Саксофон и контрабас в сочетании с ритмом гитары. Шенкен вновь был охвачен волной джаза. На летней сцене под открытым небом звучали удивительные мелодии самых разных стилей и течений джаза. От фанка, хип-хопа и айси-джаза до фольклорных импровизаций. Найти свободное место в технопарке было невозможно. Все джазоманы города собрались на фестивале. А самым главным из них оказался аким области Нургали Ашимов. Фестиваль джазовой музыки «Южная ночь» служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур, укреплению творческих контактов государств и талантливых исполнителей. Вот уже второй год Шымкент на один вечер превращается в центр джазового искусства. Детище экс-акима нашей области Умертака Шукеева, международный джазовый фестиваль «Южная ночь» на одной сцене собрал не только казахстанских артистов, но и джазменов мировой величины. Подарком для горожан стало волшебное звучание саксофона в исполнении известного российского джазового бренда Игоря Бутмана. В таком исполнении музыкальную композицию «Бременские музыканты» шымкентцы слышали впервые. Да и сам российский музыкант такой бурной реакции от местной публики не ожидал. Очень здорово. Прекрасная сцена, прекрасный звук, прекрасный прием, прекрасное все организовано, четко там музыка звучит уже здорово. Опять приехали многие гости из Петербурга, из Москвы, из США, из Ташкента, так что из Алматы, ну и вообще все. Поэтому я уверен, что будет и второй фестиваль, и третий фестиваль. Праздник джаза получился масштабным и зрелищным. На сцене музыкантам удалось создать своеобразную неповторимую атмосферу. И все выступления зрители встречали бурными овациями. Спасибо огромное нашей администрации за то, что продолжила данное мероприятие в этом году. Очень замечательное выступление, конечно, именитых певцов, исполнителей джаз-музыки. Зарождаются будущие мечты. Очень мечтается под эту музыку. Вообще классно. Главный сюрприз для шымкентских любителей джаза стал звездный дуэт Игоря Бутмана.